для каждой семьи. День Победы – праздник для всей страны. Праздник, который мы хотели отмечать вместе. Вместе с родными, друзьями. Вместе идем в бессмертном полку. Вместе, поздравляя и благодаря ветеранов. Да, сейчас у нас нет возможности быть рядом. Но где бы мы ни находились, память, благодарность и любовь помогут нам быть по-настоящему вместе.